Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Ну и у нас конец. Все. Закончилась дрожь земли. 103 вождя, ребята. 4000 общей сложности. 8 крионита. И, если честно, 70 миллионов. Кому-то сказано было вчера на стриме, что это было 35, где-то 40. Ну вот, мне повезло, и я набил 70 миллионов. Кто набил меньше, 67 места, лошинки. Вот просто, просто большие лошинки. Ну а мы пошли похвастаться ключами. Итак, у нас, ребята, 12 на 28. В общем, все остальное меня интересует, типа звезды, кредиты, которые там выпадают. Это все неинтересно. Нам интересно количество торнов. Сейчас у меня 12 170. В общем, давайте 12 тысяч возьмем, а сейчас посмотрим, сколько выйдет. Итак, ну хоть что-нибудь хорошее выпадет, надеюсь. Итак, нет, вот уже поначалу нет, было бы 1000 сразу же, знаете, вот. 220, ну 240, слушай, ну хорошо, ну по крайней мере не сыпет. Самый лучший здесь 650 где-то, ну 700, 200, 90-ик, вот 250-ничек, 65, 75 туда же. 65, 65, да ё-моё, 13 еще. Ну под 200 хоть давай, блин, я уже согласен, 200, ни разу, кстати, самый лучший здесь сундук это 600, где-то 650-700. 200 это вот, ну, такое среднее выпадающее, 60 это самый-самый минимум. Блин, ни одного адекватного нету. Вообще просто жесть. Ну один на 700-ничек. Давай. Он ринг дает. Ну конечно. 220, блин. Ну и последний. 80, короче. 80, ну и 12 у нас золотых. 800, ну вот уже нормально. А то сейчас как будет сыпать по 200, вот, по 170, да. 120, блин, вообще просто жесть. 125. 107, блин, ё-моё, какой ужас. 900, ну 900 хотя бы что-то. Ну дай мне 3000, лучше 6. Конечно, сейчас разбежался, да. 160, блин, ё-моё. Есть! 4! Круто! Блин, все окупилось уже, можно сказать. Все разом, 4000, вообще огонь. Еще два ключа, не сильно играет роли. И еще 4! Бля, 4 еще! Охренеть вообще просто. Вот это вообще нонсенс, просто... Просто вообще просто огонь. Итак, ребята, 26 тысяч. В общем, если честно, жесть, вернее, жесть, сама дрожь принесла мне вообще хорошее количество. Прям классненько так. Ну, вообще, просто два раза по 4. Короче, всем, кто меньше выбьет, ну, вот, все вот неудачники просто. Просто массовые неудачники. Вот, ну, вот, ничего не могу сказать. Не, ну хорошо, вообще фартануло, конечно. Конечно, фартануло. Единственное, что меня, ну как бы не порадовало, ребят, сейчас я вам покажу. Я открыл сундуки, вот которые вы видели в начале самого видео. Видели, да, какое количество кредитов, да, выпало у меня. Со всех 260, ну. И вот что произошло. Вчера буквально под этим, короче, Little Evil напал и украл у меня 735 тысяч. Но вот ради компенсации, видимо, мне 8 тысяч торнов дали. Вот реально, только, видимо, из-за этого. Но я уже отписался, говорю, блин, ну как так можно было вообще просто? Ну ладно, фича, короче, не в этом. В общем, я подарил, ребята, почти 800 тысяч кредитов. Просто на халяву. Ну вот, моя глупость, я думал, что у меня там защита, но ее не было. Ну что ж, как вы видели...
Те, кто со мной порадовался, вас, я в таком приподнятом настроении. Ох ты, в понедельничек прямо, ночью. В общем, классно. Покручу торны, посмотрю, что будет. Может, что-нибудь даже выпадет, может, что-нибудь не выпадет. Ну, там посмотрим. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Обязательно лайк поставьте, обязательно. Первый раз так, блин, две. У меня давно такого не было, что два прям главных приза выпало. Прямо вот, прям вообще прям огонь. Прям вообще круто. Ладно, всем пока.